одежда из бумаги для нашего климата точно не подойдет. Носить ее можно разве что дома или в Лос-Анджелесе, где солнце светит круглый год. Это не помешало Елене Сашиной и Наталье Голубевой поэкспериментировать на эту тему. Девушки создали целую дизайнерскую линию. Это, наверное, такой образ дамы, которая собралась вечером на бал, она прихорошилась и вот надела свое самое нарядное платье и идет. Ты учишься ходить в этом, потому что оно жесткое, оно на тебе не движется никак, и ты ходишь и как бы пытаешься это все, чтобы еще было более-менее красиво. Техника папье-маше творит настоящие чудеса. За 3 месяца из бумаги выросли даже деревья. Смеси склеивают целлюлозы настолько прочные, что иногда ее приходится рубить и пилить, как обычно. Древесину. Дерево было слеплено в мастерской, потом стало понятно, что мы не можем его вывести, не распилив. Мы его прямо инструментами, прям пилой электрической распиливали на 3 части, вывозили на машине, и здесь уже опять обратно собирали. Целлюлозная смесь в руках мастера принимает любую форму. Если фантазия позволяет, то можно создать не только карикатурные, но и философские образы. Пришло как-то само, такой повидавший жизни, такой немножко уставший, в то же время, как вот мне одна приятельница сказала, смотришь ему в глаза, как стыдно становится за себя. Тех, кто еще не верит в безграничную силу бумаги, организаторы приглашают на мастер-классы. Их будут проводить каждую неделю после официального открытия выставки, которая состоится 1 апреля. Без шуток. Вероника Кузьминова, Андрей Панов, столица Нижний.